Добро пожаловать на наш лекторий притчи Раби Иисуса. И мы уже говорили с вами о том, что евангельские притчи невозможно понять в отрыве от их историко-культурного контекста. То, что это раввинистические притчи, что, конечно же, в коренным образом отличает их от греческого басенного жанра, в котором присутствует аллегория. Мы показали вам на примере первого типа притч, который является притчей с интерпретацией машаль Немшаль», что э, притча аллегории, евангельская притча аллегории не является. Э, если в евангельской притче есть истолкование, то оно сразу появляется э, ниже самого текста притчи и относится к конкретному тексту притчи. Исследуя притчу о плевелах, мы увидели, как разнится образ семени здесь, в этой притче, от образа семени, в притче о сеятеле. и все зависит от конкретного истолкования. Как притча о имеет конкретное истолкование, так и притча о плевелах имеет свое конкретное истолкование и привязывается исключительно к конкретной притче. Но мы говорили, что в притче о плевелах есть еще один элемент. Элемент, там такие слова были – «Царство небесное подобно». Вот это вот слово «подобно», оно является таким мостиком ко второму типу притч. Мы говорили о том, что есть три типа притч, три литературные формы притч. И притча, которая имеет истолкование, это только первый тип притч. Второй же тип притч, его в раввинистической литературе э, можно видеть по ключевым еврейским словам лема адавар к чему данное слово или данную вещь можно уподобить. И эти притчи очень легко найти э, по ключевому слову «подобно». Если в притче часто будет такое выражение э, «имеющий ухо дослышит». И дальше идет истолкование. То притча «Лама адавар доме», там всегда будет что-то подобное. Поэтому в русском языке я называю этот тип притчи «притча-иллюстрация». У притчи-иллюстрации... Нет специфического истолкования, которое следует ниже. Притча-иллюстрация, само слово говорит о том, она иллюстрирует наоборот выше изложенную концепцию. Вот давайте разберем сегодня э, притчу, записанную в книге Евангелия от Матфея. 20, 18 глава с 23 стиха. И вот здесь у нас ключевое слово. «Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». То есть вот оно уже как бы есть ключевое слово. Когда он начал считаться, Приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то э, государь приказал продать его жену, детей и все, что имел, э, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил, «Государь, потерпи на мне, все тебе заплачу». Государь, умилосердившись, над рабом тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, захватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст. Долго товарищи его, видев произошедшее, очень огорчились. Придя, рассказали государю все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе». Потому что ты упросил меня, не надлежало ли Тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал Его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Представим себе, что если что это притча, э, аллегория. Да? Если мы мыслим аллегорическим способом, тогда. Как вы думаете, кто такой государь? Бог. Ну, так вот оно аллегорически, в принципе, и выходит, да? Но если государь – это Бог, то что значит продать его жену и детей в рабство? То есть, вы понимаете, начинаются проблемы с аллегорией сразу же при близком анализе текста. А что значит тогда, разгневавшись под конец, отдал истязателям, пока не вернет всего долга? Если мы даже предположим, что истязатели – это какие-то вечные муки или что – или какое-то вот, как говорится, ну, наказание, да, в огне, э, описанном, предположим, в книге Откровения, озеро Огненное, да, что значит, пока не отдаст все долго. Он что может вылезти оттуда? То есть, вы видите, насколько не работает аллегория. И вот здесь э, сразу мы видим. Если бы эта притча имела истолкование, то что-то бы мы нашли э, далее по тексту. Но далее по тексту мы смотрим 19 глава, и мы видим, что э, нет здесь э, ничего. Тут Иисус окончил слова сии, вышел из Галилеи и пошел в пределы иудейские. Вот, то есть, все, нету истолкования, дальше совершенно другая история. Поэтому для того, чтобы понять притчу, иллюстрацию, нужно понять два принципа. Принцип первый. В притче иллюстрации нет символов. Царь – это царь. Понятно, что здесь, конечно же используется литературный прием, называемый равенистическое гипербола. Гипербола это преднамеренное преувеличение. 10 тысяч талантов, если мы говорим о золоте, золотой талант это 40 килограммов. Соответственно это, это астрономическая сумма. Э, стоимость э, золота измеряется в тройной унции. Э, получается, один талант золота в среднем э, стоит где-то э, полтора миллиона долларов. То есть, если полтора миллиона долларов умножить э, на 10 тысяч, э, вы получите 15 миллиардов это размер государственного долга довольно приличной страны. То есть вы понимаете такой долг выплатить просто абсолютно нереалистическая сумма. поэтому то что продать жену детей это вполне как говорится э, практика нормальная да э, э, в чем проблема? согласно законам Торы, книга Исход, 21 глава, там есть фраза такая, первый стих, «Если купишь раба еврея». Ну, в Торе работорговля, в принципе, это высшая мера наказания. Написано тоже в 21 главе книги Исход. «Если кто украдет человека и продаст его, тому смертная казнь». А здесь, если купишь раба-еврея, то есть речь идет о том, что купишь его долг, и купив раба-еврея, должен этот раб-еврей быть в рабстве 6 лет, а на седьмой выходить. Это был такой способ такой тюремного заключения, ну то есть если кто украл вала, закон говорит, э, вола, э, 5 валов за вала, вала-то как Мерседес э, С-класса. Понимаете? То есть понятно, что выплатить в пятикратном размере за S-класс Mercedes нереально. Поэтому э, другого пути нет. Идет в рабство. Там уже за какую цену хозяин тебя выкупает, это уже совершенно другой разговор. Но суть вопроса заключается именно в том, что Именно за долги, будь то через воровство, будь то через какие-то другие обстоятельства, банкротство и так далее, человек продает себя в рабство. Этот просит «потерпи на мне». Куда терпеть? Полтора миллиарда? Сколько терпеть? Сколько жизней надо? И, и какие помесячные оплаты? То есть это, это все понятно нереалистично. И поэтому, конечно, царь списывает ему этот долг. Ну а товарищ был должен тому должнику, который был должен пред царем 15 миллиардов долларов, должен был, значит, сколько, мы смотрим здесь, оказывается, 100 динариев. 100 динариев зависимости – это где-то, может быть, 500 или 800 гривен. Вот, то есть он пошел за такую сумму душить своего должника. Понимаете? То есть это не символы. А что это? Это иллюстрация. А какая иллюстрация? Что? Что она иллюстрирует? Она иллюстрирует здесь э, вопрос, который Петр задает. То есть очень часто, когда э, задается вопрос, мы говорили с вами на прошлой лекции э, о том, что э, притчи это упражнение, э, с помощью которого человек понимает духовный смысл Торы. И в данном случае притча иллюстрации, она применяется тогда, когда возникает вопрос. Вот у Петра вопрос 21 и 22 стихи. «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз?» Ответ Иисуса, говорю тебе до семи, не, не, говорю тебе до семи, до, но до семижды семидесяти. То есть, оказывается, надо прощать человека, согрешающего против тебя, то есть конкретного человека, 490 раз. Ну, тоже, видите, да, можете считать, да, если у вас есть какой-то, значит, конкретный человек, который вас оскорбляет, ну, то есть вы можете ему не простить только на 491 раз. А так, ведите, пожалуйста, учетную карточку согрешений, чтобы, наконец, дождаться до 491 раза, когда вы ему можете не простить. Вот. Вы понимаете, что эта притча, она иллюстрирует, она Отвечает на вопрос, а почему 490 раз я должен кому-то что-то прощать? Ответ. А потому что э, ты прощен, тебе простили аж 15 миллиардов, так а сколько раз 800 гривен? поместится в 15 миллиардах. Понимаете математику? То есть там больше, чем 490 раз. <music> Притча иллюстрация не предназначена. Для того, чтобы каким-то образом четко зафиксировать, вот как в притче о плевелах, чтобы люди понимали. «В поле есть мир, пшеница есть сыны царства. Здесь нет такой конкретики. Здесь понятно, что э, как бы вывод дается. В 35 стихе у нас, когда государь разгневался и отдал его истязателям, да? после того, как узнал, что тот удушивал за сто динариев, он говорит, так и отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. То есть, но вот это, 35 стих, не является истолкованием притчи. Это... 35 стих является выводом к притче. Вывод того, что да, если ты не научишься прощать, а если ты будешь как вот этот вот негодный должник, которому столько прощено, то э, тебе спасение никогда не обрести. То есть вот она притча, иллюстрация. Но опять же я хочу вернуться к одной интересной, важной теме, потому что фактически притча это иллюстрирует принципы Царства Небесного. Мы говорили на нашей предыдущей лекции, что Царство Небесное, оно в принципе, на небе не находится. Царство небесное находится здесь, на земле. Читая притчу о плевелах, мы говорим, написано в 13 главе Евангелия от Матфея, «Царство небесное подобно хозяину, посеявшему семя на поле своем, интерпретация – поле есть мир. То есть царство небесное не на небе. Кстати говоря, вот эти темы царства небесного, царства Божьего, мы говорили, термин «басилеус ту урану» – царство небесное на греческом – по-еврейски «малхут хашамаем». Это вот школа Иисуса. Да? В то время были школы других раввинов. Был дом Шамая Бейт Шамай, был дом Гилеля Бейт Гилель. А вот Иисус не создал себе дом Иисуса. Он создал себе Малхуд Гошамай. Царство небесное, где вот он взращивает своих учеников – как э, пшеницу, как колоски пшеницы, и вот каждый он растет по-разному. Э, вот, э, например, э, мы говорили с вами вот царство Божие немножко другое понятие. Есть где-то сходство, то есть как бы вот если нарисовать два круга э, красным цветом обозначить э, э, Царство небесное, а э, синим цветом э, а закрасить Царство Божие, такой вот семантический такой спектр значений, то в каком-то момент эти круги наложатся друг друг на друга, да, то есть, э, знаете, как в математике есть такое понятие пересечения множеств, то есть или происходит пересечение семантического спектра значений. То есть есть места, есть притчи Луки и Матфея, где царство небесное и царство Божие ⁇ это похожие э, термины. Но есть конкретное отличие. То есть где-то не везде эти два круга совпадают. Есть, знаете, чисто... То есть за красно-синие зона, чисто красная зона, есть чисто синяя зона. Вот эта чисто синяя зона, она как раз проявляется. Вот, например, такая есть четкий пример, такой я хочу показать: Царство Божие. Вот посмотрите, Евангелие от Луки, 17 глава. Здесь фарисеи в 20 стихе спрашивают Иисуса, когда придет Царство Божие. В данном случае контекст понятен. Царство Божие – это царство, ну, они понимают, как царство Мессии. То есть фарисеи верили, что да, придет Мессия, наступит Царство Божие. Иисус по-другому понимает, вот это мессианское царство, он им отвечает. Царство Божие не придет приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо царствие Божие внутри вас есть. Понимаете? Внутри нас живет Мессия. Это Царствие Божье, то есть Царство Божье это фактически Божье присутствие, которое началось э, с момента э, пришествия Иисуса, а не с момента первого пришествия Иисуса, а не с момента второго пришествия. А дальше он говорит, кстати, о втором пришествии, вот 23 стих, э, 24 контраст. И скажут там, вот здесь или вот там, не ходите, не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого, так будет Сын Человеческий в день свой. То есть Царство Божие пришло во время первого пришествия Иисуса, тогда же, как э, второе пришествие, то уже оно видимым образом. Царство небесное совершенно другое, подобно полю. Оно есть мир. Или вот, например, еще одна интересная притча Лема Адавардаме, через которую Иисус учит нас, что есть Царство Небесное здесь. Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию за день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел стоящих на торжеще праздно и сказал им, «Идите вы, виноградник мой, что следовать будет вам дам». И пошли. И опять вышли около шестого и девятого часа и сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, нашел других стоящих праздно и говорит, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите вы, виноградник твой, и что следовать будете, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, правителю своему, позови работников, отдай им плату, начав с последних до первых. Пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же с первыми думали, что получат больше, но получили они по динарию. Получив, стали роптать на хозяина дома. Говорили, эти последние работали один час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость и зной. Он же им в ответ сказал одному из них, друг, не обижаю я тебя, не за динарию ли ты договаривался со мною? Возьми свое и пойди. Я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так первые будут последними, а последние первыми, ибо много званых, и малоизбранных. Эта притча тоже имеет конкретно вот царство небесное подобно. И здесь опять же, можно говорить о символике. И есть даже искушение, да, в книге пророка Исаии, шестая глава говорится о том, что виноградник Господа Саваофа – это Израиль. Но мы видим, что здесь чего-то не подходит. Тут идет речь о плате наемников. Да? Вышел около третьего часа. Ну, часы, согласно, ну, если называется это так в иудаизме, время Мишны – Потому что э, и отчитывается от восхода Солнца. То есть восход Солнца 5.30, 8.30, да? То есть с 8.30 э, он нанял первых работников. Последних работников он начин, нанимает в 11. То есть э, это у нас получится, извините, 4.30 вечера. В шесть вечера садится солнышко, идем спать. То есть эти работники поработали ровно ничего. А первые, которые вышли, э, я скажу вам, им было весьма не сладко. Если это виноградник и работы летом часто в винограднике то температура, то солнышко светит в зените, прямо в темечко. Я часто, когда ездил по тем местам, допустим, вот Иордания, жара стоит такая. Вот мы занимались археологическими раскопками. Мы выезжали, вставали с намазом после трех утра. На да, нас Аллах Акбар будил с минарета. Мы вставали в автобус и на, и на раскопки. К, ровно к восходу солнца, 5.30, мы начинали копать. Мы заканчивали в 10. Все, дальше просто э, руководитель экспедиции, все так это стандартно, это не мы одни такие неженки были, он считал продолжение работ э, с 10 до 3 небезопасным. А эти работники за динарии, это копейки, это, это очень малая сумма, это очень малая сумма, да. То есть, когда я говорю 800 гривен, ну, 100 динариев, ну, получается, ну, может быть, чуть побольше, но очень малая сумма, то есть это, это минимальный дневной заработок, чтобы только так вот, купить себе покушать то есть может это не 8 гривен может это побольше с этой инфляцией но э, понимаете э, динарий это вот дневной заработок причем считается справедливым ради него вот эти вот паденные работники стоят и ждут пока их наймут на какие-то вот э, дневные работы и тут увидеть, что те, кто пришли последними в виноградник, получают постолько же, друзья мои, я бы считал, что меня просто ограбили и обманули. Но это Царство Небесное. Если мы видим, да, что эта притча однозначно является притчей, иллюстрацией, Правильно, тут в контексте, дальше идет ниже по тексту, Иисус восходит в Иерусалим, рассказывает, что его предадут на избиение язычников, все. То есть, что она иллюстрирует? А иллюстрирует она записанное в 19 главе, когда идет разговор между Иисусом и богатым юношей, которому Иисус говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. Петр тут встревает в разговоры, говорит, 27 текст, вот мы же хорошие, он плохой, а мы хорошие, мы оставили все и последователи, последователи за тобой. Но Иисус не хвалит Петра. Иисус ему отвечает притчи. То есть фактически Иисус защищает богатого юношу, он его не осуждает и не говорит, что он навечно потерян. А ты, Петр, такой хороший, правильно, ты же пришел в самом начале ко мне учиться. Ты мой первый ученик. И ты спрашиваешь, что тебе будет? А тебе будет то же самое – что будет ученику, который пришел на три года позже тебе? И то же самое, что будет ученику, который придет на десять лет позже, на сто лет позже, на тысячу лет позже. Потому что Царство Небесное ⁇ это уникальная школа Иисуса в которой дви... набор всегда открыт. Знаете, это не то, как в июле открывается набор университеты. А потом все, нельзя подавать документы. Время прошло. А, а в школу Иисуса, в Царство Небесное, можно всегда прийти и всегда выпуститься с хорошими оценками. Вы видите, насколько важно нам понимать суть притчи-иллюстрации. То есть если мы понимаем, что притчи-иллюстрации надо смотреть вверх и, и смотреть ту концепцию, которая она иллюстрирует, тогда мы понимаем что не нужно в, этой, в этом типе притч искать каких-то символов и заниматься аллегоризацией. Однако же есть еще один очень важный тип притч, он, пожалуй, самый сложный. Он является как бы разновидностью притчи иллюстрации, но он посложнее. О нем мы будем говорить в нашей следующей лекции.